тебе возвращается память. Ты хочешь сказать, что мне промывали мозги? Нет, твоя память была стерта, чтобы никто не узнал о твоих пси-силах. Укол, который я сделала, должен восстановить твои пси-способности. Это безумие. Отрицай это, если хочешь, но как еще ты сможешь объяснить? Я найду своих солдат. Слишком поздно. Пока мы с тобой разговариваем, их превращают в марионеток солдат движения. Мои люди никогда не будут на стороне движения. Ник, теперь мы перейдем к опустошению разума. Эта способность поможет тебе забирать энергию другого человека и пополнять свою пси-энергию. Мы начнем с основного. Уничтожь охрану любым способом, а потом я расскажу, что делать. Подойди поближе к телу. Нажми и удерживай клавишу опустошения разума. Чем дольше ты ее удержишь, опустошив разум мертвого, ты сможешь восстановить лишь часть собственной энергии. Чтобы получить больше энергии, ты должен Итак, давай попробуем. Ты можешь опустошать разум только того человека, который не знает о твоем присутствии. Тихо подойди к врагу сзади и нажми клавишу опустошения разума. Неплохо. Черт.
Нарушение! Уйди от меня! Мастер управления разумом. Пароль находится в его офисе. Найди способ
попасть туда. Будь осторожен, он очень опасен.